Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео покажу очередное мировое событие в области Эссекс. Данное наше событие находится, получается, вот наш Эссекс. И вот оно наше событие, там где пещера Бьорна. Получается, западнее города Колчестер. Вот оно. Ну что ж, приступим. И не веди нас в искушение, но избавь. Вы молитесь тут? Нам нужно победить тварь в той пещере. Дьявола в людском обличии, что повелевает зверьем. Мы не раз видели, как он кормит диких зверей, говорит с ними. Ему послушны даже волки. Точно? Вы, христиане, приписываете дьяволу все, чего не понимаете. Птицы в этом лесу беспокойны и нападают на всех. Вчера лиса схватила дитя в колыбели. Не сомневайся, в той пещере сам козлоногий. Если он не выйдет сам, мы пойдем биться до конца. Погнали в пещеру, хули делать. Будь осторожней, не говори с ним. Кто живет здесь, человек или зверь? Ты живешь с медведем. Неужто монахи были правы? Я дружу со зверями. Слышу их, они меня. Этого ранили, хотят ранить меня. Ты приказывал зверям напасть на людей? На тех, кто обидел моих друзей. Но детей я не трогал. В Кенте я видел человека, которого терзали лесные звери. И в итоге убили крысы. Он поплатился. Поймал волчицу ради шкуры. На сносях. Откуда ты знаешь? Просто знаю. Жизнь зверя не стоит человеческой. Ты убийца. Монах верно назвал тебя дьяволом. Ты не лучше остальных. Вперед, Эуин! Тики. Звери больше никого не убьете. Ой, шею сломал. Ваш дьявол убит. Слава Богу! Мы наконец-то можем вернуться. Вот, в знак нашей благодарности. Ну что ж, ребят, мы вот завершили мировое событие. Очередное. По идее, его можно было не убивать. Но я захотел его убить, да. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем пока.